Всем привет! Вы на канале Юнян, и сегодня я буду расписывать шопер. Это, в принципе, мое старое увлечение, мое хобби и отчасти моя работа. Для росписи я выбрала фильм. Всем сейчас, наверное, известный, просто мем года, мем моего 2022 года. Это, наверное, такая моя была отдушина. Я смеялась вообще с каждого видео, которое видела. Это фильм «Омарцовый самец». Заландер на английском. Потрясающе, просто очень смешно. И я долго думала, типа, кому нужен? Кому вообще нужен такой шопер? Поняла, что такой шопер нужен мне. И если он никому не пригодится, то я буду его носить с огромным удовольствием. Я уже сделала эскиз. Сейчас вам все покажу. У меня есть уже водичка. Кисточки, все остальное. За работу. Вот такое у меня рабочее место. Тут все мои красочки. Декола у меня по ткани. Я всегда пользуюсь только деколой. Другие я не пробовала и пока не планирую. Хотя нет, подождите. У меня есть одна краска. Вот такая. Но, честно... Это худшее. Ну вот правда, не покупайте вот эту белую краску, вот вообще забудьте про нее. Она трескается, она ложится отвратительно. Не рекомендую. Первым делом после эскиза я делаю грунтовочный слой, чтобы потом цвета ложились плотно и красиво. Основная часть готова, самая первая точнее. И теперь я буду делать сначала буквы, наверное, да. Вот таким цветом. После росписи обязательно дайте рисунку высохнуть в течение 24 часов. И после уже можно будет прогладить через хлопковую ткань или марлю где-то 3-5 минут, чтобы рисунок окончательно закрепился. Так, ну что, я закончила шопер делать, дошила его сегодня утром. Что, вы готовы это увидеть? Я в восторге от того, что получилось. Сейчас покажу. Пишите комментарии, вам нравится результат. Собственно, дизайн вообще-то по своему эскизу. Ну, фильм. Шикарный. Ну, шикарный же фильм.